Доброго вечера всем. Давайте проверим связь, как меня слышно, и будем начинать. Поставьте плюсики в чате, слышно меня, если хорошо. Включаю камеру. Еще раз добрый вечер. Зовут меня Маркелов Борис. Я интернет-предприниматель с хорошим стажем. В интернете я уже более 5 лет. И сегодня мы проведем трансляцию, вещание по теме продвижения вашего бизнеса в интернете. Сегодня у нас выступит 3 спикера. Первый спикер – это буду я. Второй спикер – это Елена Стрелец. Ирина Агапова-Маркелова. И третьим спикером у нас будет Елена Стрелец. Мы расскажем о сервисах, которые помогут вам раскрутить ваш бизнес до небес. Итак, мы начинаем. Я показываю сейчас вам экран, отключаю камеру, чтобы не отвлекались вы. Камеру отключаю. Делюсь экраном. Давайте проверим, как меня видно. Видите ли вы? Ну, так, как я понял, что меня видно и слышно. Я вам сегодня буду рассказывать о социальной сети Калиостро. Социальная сеть Калиостро организовалась в 2015 году и развивается довольно-таки успешно. Почему социальная сеть Калиостро? Потому что здесь находится тот основной костяк целевой аудитории, который вам нужен. Чтобы зарегистрироваться, не надо больших знаний. Здесь можно зарегистрироваться как по электронной почте, так и при помощи социальных сетей. Здесь есть вход ВКонтакте, вход в Facebook и вход сейчас сделали Instagram. Я захожу всегда через ВКонтакте, через социальную сеть. И при входе в социальную сеть мы видим видео. Откуда это видео взялось? Это видео здесь появляется для людей, кто стоит здесь на VIP-максе. И ваше предложение, видео-предложение, видно всем участникам, которые заходят на этот сайт, даже те люди, которые только что зарегистрировались. Пока я его закрою. Итак, социальная сеть. Что здесь можно сделать? Сделать здесь можно многое. Про видео я вам рассказал. Перейдем к самому сладкому. Это ротация. Ротации здесь можно проходить во многих соцсетях и по многим параметрам. Итак, есть ротация друзей ВКонтакте, ротация групп ВКонтакте, ротация постов ВКонтакте, ротация каналов YouTube, ротация друзей в Одноклассниках, ротация групп в Одноклассниках, ротация видео YouTube, ротация ссылок, то есть люди будут переходить на ваш сайт и знакомиться с ним. Причем этих людей не нужно будет заставлять, они это будут делать добровольно. Еще ротации здесь появились как ротация социальной сети Facebook, ротация контактов Skype. Кстати, это по желанию вот эти ротации все вы делаете. То есть, если вам нужны контакты Skype, вы подключаете, и люди к вам будут присоединяться. С недавних времен появилась ротация подписок в Twitter и ротация подписок в Instagram. Ротации эти проходят без поддержки проверок. Что нужно сделать после регистрации в социальной сети, в социальной бизнес-сети Калиостро?
вам нужно оформить свой профиль. Сразу скажу, что регистрация здесь бесплатная, и на бесплатном пакете вы тоже можете здесь проходить ротации и также набирать друзей, и также эти же друзья будут проходить ротации по всем соцсетям, которые я озвучил. Итак, давайте зайдем на мою страницу и посмотрим. Здесь вы можете поставить свой аватар. Аватар вы можете загрузить абсолютно любой, но сразу рекомендую загружать человеческий аватар и желательно с вашим лицом, потому что больше доверия к тому человеку, который на вас смотрит, и больше доверия к тому человеку, который обращен, то есть показывает свое лицо. Здесь, смотрите, можно отредактировать информацию о себе и вставить свою ссылку на ваш сайт, на ваш проект, на все, что угодно. В основной информации вы можете указать страну, вы можете указать город, день рождения, когда вы родились, направление вашего бизнеса и дата регистрации. Вот здесь я зарегистрировался 1 июня 2016 года. Можете посчитать, сколько времени уже прошло. Еще здесь очень интересное нововведение произошло. То есть здесь бизнес-объявление можно поставить. Здесь вы можете его отредактировать, и тут же стоит ссылка на сайт. Но если у вас есть видео-презентация какого-то проекта, вы можете непосредственно ставить свое видео здесь. Пока рефералов у меня здесь очень мало, но партнеров достаточно. Также здесь можно сделать команду. Вот совсем недавно, буквально сегодня днем, я попробовал эту функцию. Я создал команду Hallward всем миром. То есть вы можете перейти и сделать так же. И вот получать здесь зарплату 1 коин. Давайте попробуем. Зарплата осталась 30 дней. Ну, не столь важно. Бонусы команде здесь начисляются, баланс команды начисляется, вот два участника уже в команде. Как это сделать? Это достаточно просто. Вы здесь по вкладке заходите и создаете свою команду. И здесь же вы можете создавать не только команду, но и сделать вебинарную комнату. То есть если вам негде собраться, если у вас нет бюджета на комнату вебинаров, здесь вы это можете организовать в полном объеме. Итак, мы сейчас перейдем к вкладке VIP. Как я уже говорил, что регистрация бесплатная и участие на этой площадке первоначально бесплатное. И посмотрите, 944 929 человек. Это зарегистрированные люди, которые ждут вашего предложения. Но все же я рекомендую вам покупать один из пакетов. Для чего это делается? Для того, чтобы вы ротации не проходили вручную, а проходили ротации на автомате. Система это делает за вас. Люди прибавляются к вам сами. Цены достаточно лояльные. То есть с этими ценами можно подружиться. И вот посмотрите, если у вас, например, есть какое-то сомнение к этой системе, вы можете первоначально купить VIP Pro за 200 рублей. И согласитесь, это не так дорого. Но сразу же рекомендую идти на максимум, потому что максимум дает очень большой бонус даже в том, что ваши видео будут транслироваться именно человеку, который будет заходить на этот сайт, и своим видеопредложением вы можете заинтересовать его. Чем еще интересен сайт? Сайт просто уникальный. То есть я вам не буду рассказывать, как здесь можно заработать. Заработать здесь можно на партнерке. Соответственно, каждый из предложенных VIP-ов здесь предполагает партнерскую программу, и
свои выплаты. Но на этом я останавливаться не буду, сегодня не об этом. Уникальность сайта состоит в том, что вы здесь можете делать свои рассылки. И вот эти 160 тысяч человек, которые здесь находятся, они получают ваши рассылки. Рассылки можно делать как платно, если вы на бесплатном пакете, так и включены эти рассылки. Сейчас я вернусь чуть-чуть назад. Вот, преимущество VIP, то есть реферальные уровни здесь. И вот начиная с VIP Maxi, фотоальбом в альбоме можно добавлять без учета архива, видео можно добавлять, реклама видео на входе. Ну, сплошные плюсы, ребят. То есть перейдем обратно к рассылкам. Здесь вы можете сделать мгновенную рассылку. Рассылка – это продвижение вашего бизнеса в любом виде. Смотрите, например, у вас есть бизнес-предложение, и рассылку вам срочно-срочно нужно создать, и у вас, например, намечается вебинар, либо какое-то событие. Вы здесь можете рассылку создать либо по времени, либо мгновенную рассылку. То есть все здесь это просто. Нажимаете «Мгновенная рассылка», выбираете категорию предложения. То есть здесь достаточно весь набор создан для работы в интернете, для продвижения. Также под категории, ну, например, мы выберем инвестиционные проекты и выберем, вот можете увидеть на экране Форекс торговля, банки, бинарные опционы, биржи, криптовалюты, ставки, прогнозы, фандрайзинг. То есть абсолютно по любой теме вы можете создать. Цвет оформления вы можете выбрать тоже любой. Абсолютно любой. Также вы можете выбрать здесь количество дней показа, то есть здесь от 1 дня до 15 дней. И, соответственно, здесь вы можете поставить ссылку на свой сайт-блог. Ну и как везде, выводите капчу, и ваше сообщение отправляется. Сейчас я вам покажу эту рассылку, как она вообще работает. Вот, можете посмотреть, люди делают вот такие рассылочки, и каждому участнику приходят вот такие вот письма. Также, кто на бесплатном пакете, они здесь зарабатывают свою внутреннюю валюту. Так, вот также и здесь есть топ предложений, это та же самая рассылка. То есть здесь вы можете подниматься в топе. Ну, соответственно, это все платно. Если кто-то заинтересуется, могут зайти на сайт Калиостры и увидеть это все воочию. Почему рекомендую? Потому что наборов инструментов таких продвинутых я на одном сайте, вот на конкретном, я еще не видел. Также вы здесь можете создавать вебинары. Вот, смотрите, я создал днем вебинар, завтра я его буду проводить, но этот вебинар видят все люди, которые находятся на сайте. Итак, мы возвращаемся к моей странице. Смотрите, вот на данный момент страница оформлена, ну, я ее завел не так давно, то есть начал вести не так давно, то есть с 1 июня 2016 года, но я сразу написал о себе, работаю только с адекватными бизнесменами. Я поставил свою ссылку. Оформление много значит, информация много значит. Также в профиле, что я вам хочу показать, в профиле. То есть кабинет VIP я вам показал в настройках. Настройка ротации происходит достаточно просто. То есть если у вас определенный пакет VIP куплен, либо вы зашли на бесплатную версию, здесь вы можете привязать свой аккаунт ВКонтакте. Также вы здесь можете, как я вам уже рассказывал, пост ВКонтакте поставить, и люди будут проходить по нему ротацию и
будут лайкать или делать перепост. Также здесь можно привязать YouTube, то есть Google Plus вы можете привязать. Можете также привязать свой канал YouTube. Также вы можете привязать Facebook, Одноклассники, Skype. Ну, это я уже все показывал. Как происходит ротация? Ротация происходит достаточно просто. И почему я именно рекомендую этот сервис? Потому что этот сервис непосредственно работает на целевую аудиторию. Здесь есть такая система, что вы можете проверить качество ротации. А это, согласитесь, не так плохо. То есть, если человек, который зашел на бесплатный пакет, нарушает правила, то есть он на вас подписывается, потом отписывается, он получает свой штраф, то есть у него забирают один лимит, и он получает штраф, и при достижении определенного количества нарушений этого человека удаляют с этой системы. Вот, как происходит ротации, то есть мы можем проверить, но так как сегодня 1 декабря, давайте я вам покажу в ноябре, как происходили ротации, как это вообще происходит. Вот смотрите, у меня, например, добавились друзья в ВК. Как я могу проверить, существует этот друг, либо не существует? Я просто нажимаю «Проверить». Вот мой этот друг находится у меня в друзьях именно в социальной сети ВКонтакте. И так далее. Также вы можете здесь проверить каналы. Также вы можете здесь проверить подписку на группы. И я еще раз хочу повторить, что это именно сайт для целевой аудитории. Для аудитории, которая будет за вами следить, которая вас будет смотреть. И еще одна плюшечка, так как говорят многие, здесь можно вставать в VIP-ленту, и тогда вас увидят многие. Вот, я встал в VIP-ленту, и люди, которые стоят в VIP-ленте, их видят все, и при входе в Инстаграм, то есть, извините, в Калиостро, вас видят 160 тысяч подписчиков. То есть не подписчиков, а участников этой замечательного сайта Калиостро. Если есть какие-то вопросы, готов ответить. Сейчас я перейду обратно. Чату. Так, ну, вопросов я пока не вижу. Я вижу, что у меня отлично. Если вопросов нет, вы можете их подготовить чуть попозже. А сейчас я передаю слово своей жене Ирине Маркеловой Агаповой. Приветствую, друзья. Как меня слышно? Давайте проверим связь. Поставьте пару плюсиков. Задержка, возможно, будет секунд 10. Слышно меня? Угу, спасибо. Меня зовут Ирина Маркелова. Агапова, и я в интернет-бизнесе с 2013 года развиваюсь довольно успешно. И у нас есть несколько сервисов, которые мы сами уже опробовали годами. И еще один сервис, который очень раскручивает абсолютно ваш любой бизнес, называется Top Leaders. Сейчас я покажу экран и начну про него рассказывать. Top Leaders для раскрутки страницы в социальной сети ВКонтакте. Честно говоря, я раньше открывала очень-очень много страниц. У меня было где-то 50 страниц ВКонтакте, и которые
Я запускала в робота в программу SMR, и она мне нагоняла целевую аудиторию, ставила лайки, писала комментарии. Но в один момент, по моему одному IP, даже я использовала прокси, все мои аккаунты в один день заморозили. Я пришла к такому выводу, что можно иметь одну страницу ВКонтакте с несколько десятками тысяч аудиторий, подписчиков и друзей, которые... И эта аудитория будет вас видеть. И надо ее раскручивать каждый месяц. И вот таким замечательным сервисом Top Leaders я пользуюсь с 2015 года. Для чего этот сервис и для кого? Top Leaders – это уникальная возможность заявить о себе. Получите 100, 1000, даже 10 тысяч реальных подписчиков. Если вы бизнесмен, блогер, либо креативная личность, либо просто хотите привлечь к себе внимание, этот сервис для вас. Как это работает? Вы заходите в Top Leaders либо по прямой ссылке, либо по ссылке, например, вашего знакомого или по любой реферальной ссылке. Добавляете при регистрации 20 человек в друзья, у вас появляется личный кабинет. Здесь есть пакеты платные, есть пакеты бесплатные. Я всегда становлюсь VIP-ом, то есть VIP – это платный пакет, стоит он $10 в месяц. Оплачивать можно через Perfect Money, через кошелек. Как это работает? Я советую сразу покупать пакет VIP, потому что если вы будете делать ротацию, то есть ротация, вы добавляете на бесплатном пакете 20 человек, лимит ВКонтакте 40 человек, которых вы можете добавить в друзья. И добавляете 20 человек в день, в ответ вам просится тоже 20 человек. Если вы купите пакет VIP, к вам будут друзья добавляться сами. Советую покупать пакет VIP и добавлять всех в подписчики. Почему в подписчики, а не в друзья? Потому что, когда вас будут искать в поиске, и чем больше у вас будет подписчиков, тем выше вы будете стоять в поиске. Например, если набирать Ирина Агапова и в поиске меня будут искать, то чем больше у меня будет подписчиков, тем выше я буду стоять в поиске. И за это, за то, что к вам просятся в друзья, и вы их просто добавляете в подписчики, за это страницу не банят. А вот если вы будете на бесплатном пакете, даже Top Leaders пишет, что за это вас не забанят. Я проверила на себе, бывает бан, не так часто, но все равно бывает бан, смотря как вы активничаете на своей странице. Подписчики добавляются вот так. Примерно 1500 подписчиков в месяц, даже около 2000 к вам просится в друзья. Добавляю я вот так, оставить в подписчиках. Кстати, добавляла в друзья, и меня тоже забанили. Стала оставлять в подписчиках, и то есть вот несколько месяцев я оставляю в подписчики, месяцев 5 подряд, и тьфу, ни разу меня не банили. Чтобы постоянно не нажимать «оставить», 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 просто, например, у вас 1000 заявок, отклонить все заявки, и эти люди будут на вас подписаны, то есть они будут видеть ваши посты, они будут видеть ваши истории, об историях чуть позже расскажу, новая фишка ВКонтакте, и они будут видеть ваши новости. Нажимаете «да», перезагружаете страницу, и через какое-то время вот здесь у вас отобразится цифра чуть побольше. Поэтому рекомендую не пожалеть $10, невеликая сумма, но зато к вам добавится где-то около 2000. Также есть партнерская программа. На ней останавливаться особо не буду. 10-уровневая партнерская программа. Здесь вы можете почитать, сколько можно здесь заработать и сколько можно пригласить людей. С каждого приглашенного на первом и втором уровне вы получаете по $10.
на всех остальных уровнях, если у кого вы там на третьей строке, на четвертой, на пятом уровне и так далее, до 10, вы получаете по $1. Так работает партнерская программа. Обязательно, обязательно нужно заполнить ваш профиль. То есть, когда вы проходите регистрацию в Top Leaders, вы заполняете ваш профиль. Так как он у меня уже заполнен, пишите здесь свое предложение. Для сайта есть отдельная строка. Вы здесь пишете ваш проект, чем вы занимаетесь, придумываете себе заманчивое предложение такое, по которому захочется перейти на вашу страницу. Пишите WhatsApp, Skype я не пишу, потому что очень много спама последние несколько месяцев появилось. Поэтому Skype я не пишу, чтобы не постили, не выискивали мой Skype и не рассылали мне спам. Добавляю я здесь YouTube-канал, потому что я веду свой YouTube-канал, оттуда идут люди. Добавляю здесь Одноклассники, Facebook и ВКонтакте. Основные соцсети. И получается у меня вот такой профиль. То есть вот здесь вот отдельный блок – это VIP. Если вы купили за $10 VIP, ваше предложение будет отображаться вот в этом блоке. И набираете структуру. Чем больше у вас структура, тем больше людей будут проситься к вам в друзья, потому что они проходят ротацию при регистрации и приглашают людей в свою структуру в Top Leaders. И те проходят ротацию, а так как здесь 10 уровней, к вам постоянно-постоянно добавляются люди. Смотрите, 8 тысяч подписчиков, 7 274 друга, в совокупности 15 тысяч человек видят мои новости и видят мои истории, которые я каждый день записываю, привлекаю внимание на свою страницу. Структура. Нажимаем «Структура». В структуре 7 линий, то есть у кого VIP по первому и второму уровню, вы получаете по $2. Вот сегодня как раз Борис купил VIP, и $2 мне пришло, которые можно тут же вывести на Perfect Money. Здесь вы можете посмотреть финансовую историю, сколько вы выводили, и так далее. Вывод средств нажимаете, выбираете из списка Perfect Money. Вот, к сожалению, они работают только с Perfect Money. Но через обменники, я думаю, с этим проблем нет. Популярный кошелек. Указываете номер счета Perfect Money и выводите. В течение от суток до 3 суток эти деньги к вам приходят на Perfect Money. Так же, как и в Калиостре, есть VIP-лента, в которой вы можете становиться, только если у вас статус VIP. Здесь более 250 тысяч пользователей, которые видят вас в ленте и которые видят ваши топ-предложения. Сейчас про топ-предложения чуть позже расскажу. Загружаете с профиля, либо можете писать, но обычно я загружаю с профиля, так как профиль у меня оформлен. Сразу автоматом встает веб-сайт, встает текст, ставите «Я не робот». И все. Кстати, ротацию в Top Leaders, ну, кто на бесплатном пакете и жалеет $10, программа Social Media Recruiter проводит ротацию и добавляет в друзья. То есть вы можете даже не руками ее проходить, а программа SMR. Это развяжет вам руки. Топ-предложение. Топ-предложение, все вот эти 250 тысяч человек заходят в Top Leaders и видят ваше топ-предложение. Вот оно размещено. Цены такие. Один день $2. Летом была скидка, кстати. 3 дня $5. 7 дней $11. 30 дней $40. Самый выгодный пакет. Окупается очень быстро. То есть я не жалею эти $40. И мое предложение... Оттуда тоже идут люди в мой бизнес. Топ-предложение видят все эти люди
идут в ваш проект, помимо того, что у вас VIP. Но топ-предложение вы не можете купить, если у вас не куплен пакет VIP, то есть $40. Топ-предложение – $10 VIP-предложение. И всего получается в совокупности $50. Получаете свою реферальную ссылочку на Top Leaders, чтобы нарабатывать структуру, и эта структура будет приносить вам друзей. Ваши реферальные ссылки. Вы можете поделиться ими в соцсетях, но я этого не делаю, потому что я дорожу своей страницей. Я даю своим рефералам по проекту свои ссылочки. Вот нажимаете ваши реферальные ссылки и копируете. Можете сократить через Google, например. Главное в Top Leaders оформить профиль, я уже рассказала, и очень важно оформить вашу страницу ВКонтакте. Ваш аватар, желательно пройти фотосессию. Здесь я проходила фотосессию и написала, получаю переводы со всего мира. Люди, когда проходят ротацию, они спрашивают, почему я получаю денежные переводы со всего мира. Пишите фотостатус. Ой, то есть вот это статус. Пишите город, семейное положение. Веб-сайт пишите обязательно. Веб-сайт пишется здесь. То есть здесь можно написать много чего. Я написала ссылка на канал Telegram, написала ссылку на YouTube-канал и свой сайт. Делается это так. Нажимаете «Редактировать». Нажимаете «Контакты». Личный сайт. И вот здесь пишите много-много. Вот все, что, ну, через пробел. Написали свой сайт, написали текст, написали YouTube-канал, пробел поставили, написали, например, канал Telegram и так далее. И все это сохраняете. Можно привязать Instagram, можно привязать Facebook. То есть вы делаете пост ВКонтакте, он у вас автоматом уходит в Instagram, Facebook. Можно еще Twitter привязать. То есть одним постом сразу уходит в три соцсети. Дальше. Здесь стоит фотостатус. Так как если вы будете писать истории, фотостатус на один квадратик смещается. Но все равно у меня здесь видно, что люди со всего мира будут сами отправлять вам деньги. Здесь стоит закрепленная запись. Здесь стоит моя ссылка. Здесь стоят хэштеги. То есть по этим хэштегам ваше предложение может ВКонтакте, то есть, например, люди ищут заработок, вбивают заработок, и ваше предложение, ваш пост вот этот, может быть, выйдет в запросе. Это называются хэштеги. Ну, можете ставить здесь комментарии, я прикрепляю денежные переводы, которые мне поступают. То есть человек в топ-лидерсе, когда проходит ротацию, он попадает на мою страницу и спрашивает, почему вы получаете деньги. А таких ротаций много-много в день. И мне очень-очень много людей пишут. Например, я делаю какой-то пост. Все друзья, они же каждый день прибавляются, видят это все в новостях. Человек, когда заходит на страницу, он попадает в новости. Так работает сайт ВК. И об историях. Это недавняя фишка, которая очень-очень популяризирует ваш бренд. И истории надо каждый день писать. Ваши истории видят 24 часа ваши друзья. Вот, например, Елена. Вот я учу своих рефералов, пишите истории. Прям вот каждый день пишите истории. Не обязательно о бизнесе. Вот к вебинару готово. Например, что вы кушаете, вот, пожалуйста, iPhone 8 или какие-то фотографии можно добавлять. Видео здесь 14 секунд. Ну, вот это неудачная фотография, конечно. Кальные можно фотографии. Видео на 14 секунд загружается. Через 24 часа эти истории исчезают, и нужно писать новые. Когда человек проходит ротацию, он видит, что у Рины Агаповой 13 историй, дай-ка я посмотрю, и начинает смотреть.
Поэтому страница должна быть продающего вида. Вот эта страница продающего вида, она должна привлекать внимание. Подведем итог. Таким образом, все мои подписчики видят посты. А чем больше будет подписчиков, тем больше людей узнают про ваш бизнес. Сейчас я передам микрофон Елене Стрелец. Она вам расскажет про следующий сервис. Так, секундочку. Так, добрый вечер, друзья. Рада всех вас видеть на нашем сегодняшнем вебинаре. Но я думаю, меня хорошо слышно и видно. Ну, на всякий случай поставьте плюсики, чтобы я видела обратную связь. И мы будем с вами продолжать. Меня зовут Елена Стрелец. Я уже третий год активно развиваюсь в интернет-бизнесе. И сегодня я вам расскажу об еще одном уникальном сервисе, который позволит вам быстро развиваться в любой из ваших сфер деятельности. Сейчас я отключу камеру и включу экран. И все вам расскажу и покажу. Многие уже знают этот сервис. Он называется Surferner. И сегодня мы с вами более подробно разберем, что же это за сервис, как он работает и как он поможет в вашем продвижении. Surferner – это сервис, в котором вы можете размещать свои рекламные объявления, и сотни тысяч людей будут видеть вашу рекламу. На данный момент, как вы видите, в нем зарегистрировано уже более 900 тысяч ваших потенциальных клиентов. Вот таким образом ваш баннер, вашу рекламу будет появляться в браузере у людей. Они будут ее видеть, они смогут по ней перейти и изучить ваше предложение. Тысячи целевых клиентов увидят вашу рекламу. Реклама демонстрируется через расширение, установленное в браузер, и показывается на всех сайтах, которые посещает пользователь. Как я уже сказала, это более 900 тысяч активных пользователей интернета, которые уверенно владеют компьютером, интересуются заработком в интернете, пользуются электронными кошельками, кто-то любит компьютерные игры, регулярно многие люди делают покупки в интернет-магазинах и активно участвуют в партнерских программах. Почему эти люди будут видеть рады вашу рекламу? Да, все очень просто. Потому что они сами устанавливают расширение Surferner в свой браузер, расширение транслирует рекламу и вашу рекламу в том числе, и они за это получают деньги, за просмотр рекламных баннеров. Подробнее о заработке вы можете почитать здесь, кликнув на эту кнопочку. Кстати, вот так вот вылезают баннеры. Об этом чуть попозже. С чего же начать? От цели до результата всего три простых шага. Добавить баннер, добавить свою рекламу, пополнить баланс и запустить ротацию. Кстати, вот здесь чуть ниже есть видео. Это подробный обзор, как это сделать. Советую вам посмотреть и его изучить. Здесь можно видеть онлайн-статистику работы сервиса Surferner, сколько пользователей на данный момент находится онлайн, и показы и переходы. Это небольшой калькулятор, который позволяет вам рассчитать, сколько денег вам потребуется потратить на вашу рекламу, сколько человек ее увидит. Ну, например, если вашу рекламу показать тысячу человек, и один раз каждый из них увидит по одному разу, вам потребуется всего 50 рублей. Если вы, например, хотите показать рекламу два раза, это уже 100 рублей. Возьмем, к примеру, 2000 человек, которые увидят вашу рекламу по одному разу, это 100 рублей. Ну и так далее, вы можете считать, как вы будете рассчитывать, на какое количество людей вы хотите показывать и сколько раз. Тарифы и стоимость. Стоимость размещения рекламы зависит от длительности показа баннера. Чем дольше показ, тем эффективнее ваша реклама. Если, например, ваш баннер, ваша реклама, вы можете настроить, она будет показываться 15 секунд, это от 50 рублей за 1000 показов. Если 30 секунд, это от 75 рублей за 1000 показов. И 60 секунд от 100 рублей за 1000 показов. Также здесь на сайте есть такой конструктор рекламных баннеров. Рекламное объявление вы можете создавать как в текстовом виде,
можете загружать файл изображения или анимация. Вам просто нужно загрузить рекомендуемый размер, который здесь указан, загрузить файл, и это будет отображаться у людей. Либо загрузить уже готовый код баннера, который у вас есть. А на этом конструкторе вы можете создать небольшой шаблон и посмотреть, как будет выглядеть уже готовая ваша реклама. Просто потренироваться. Здесь написаны отзывы людей, которые активно пользуются сайтом. Можете полистать, почитать. Почему же сервис Surferner вне конкуренции? Ну, во-первых, это быстрый старт. Даже если у вас нет баннера, текстовое объявление создается за одну минуту. Это очень простой интерфейс. Вам не придется изучать какие-то километровые инструкции, чтобы начать. С этим разберется даже школьник. Доступно везде. Вы можете управлять своей компанией и контролировать статистику совершенно с любого устройства. Нет никаких ботов. Вы получаете только реальные просмотры. Система смарт-мониторинга исключает любые виды накрутки. Умный таргетинг – это расширенный фильтр аудитории, настройки стратегии показов, позволяет сделать вашу рекламу в разы эффективнее. И подробная статистика. К вашим услугам удобные инструменты расширенной статистики для полноценного анализа рекламной кампании. Далее, как же начать пользоваться этим сервисом и давать свою рекламу? Для начала вам нужно в нем зарегистрироваться и установить расширение в свой браузер. Расширение можно устанавливать в браузере Opera, Google Chrome, Mozilla. Вот таким образом появляется значок у вас вверху, появляется это расширение. Здесь в нем нужно будет авторизоваться, чтобы потом просматривать все, что вам удобно. Далее у вас появится доступ к личному кабинету. Сейчас я отключу, пока что меня не отвлекало. Появится доступ к вашему личному кабинету, где вы сможете отслеживать свою статистику пользователя, статистику рекламодателя и статистику партнерской программы. Далее, что необходимо вам сделать, это заполнить ваши личные данные, привязать социальные сети, кому как удобно, изучить всю базу знаний, которую вы здесь видите. Это размещение рекламы в Surferner, сама трансляция рекламы в браузер, размещение рекламы, заработок в Surferner без вложений, как можно зарабатывать, каким образом, почему приходят деньги. О самом сервисе Surferner, о проекте, пользовательское соглашение, правила размещения рекламы, все это нужно изучить и знать. Ваш личный кабинет управления аккаунтом, это рекламные материалы. Здесь есть реферальные ссылки, вы можете давать их другим партнерам, кому интересен сервис. Видеопрезентации, баннер для сайтов и рекламных площадок, картинки для социальных сетей, фирменные обои для рабочего стола, это кому нравится. Решение технических проблем. Я думаю, нужно знать, как обращаться в техническую поддержку и что делать, если вдруг ваша реклама не показывается. Ну и, конечно, вопрос-ответ. В этом разделе вы найдете ответы, я думаю, на все ваши вопросы, чтобы они у вас потом не возникали. Здесь есть акции, можно применять промокод Surferner, если у вас есть. Здесь можно узнать, как получать бонусный рейтинг, квалификацию и так далее. Методики обучающей школы тоже рекомендую просмотреть. Методика привлечения рекламодателей, методики заработка и построения структуры. А теперь мы с вами непосредственно перейдем к созданию рекламы. Я вам расскажу, как это делать, чтобы ваша реклама была эффективной и интересной людям. Для начала вам нужно пополнить баланс. Вы нажимаете «Пополнить баланс», выбираете удобный для вас способ оплаты. Их здесь достаточно много. Если у вас есть промокод, вы также можете его активировать, тем самым пополнить свой баланс. Обращаю ваше внимание, если вы пополняете баланс на сумму от 500 рублей, вы получаете бонус до 20%. Это тоже можно узнать подробнее и с этим ознакомиться. Как только вы пополнили свой рекламный баланс, нам нужно добавить рекламу. Первое, нужно добавить свою ссылку. Это может быть ссылка на ваш сайт, это может быть ссылка на ваше видео или группу, или какой-то ваш пост.
Либо вы можете добавить уже готовый код баннера, кому как удобно. Я взяла видео из, на канале Surferner официальном и прикрепляю его. Далее. Нужно написать текст. Либо вы можете выбрать файл изображения, который уже будет с готовым текстом, чтобы не тратить на это время. Кому как удобно. Обращаю ваше внимание на то, что текст должен привлекать внимание и быть, как я говорю, вкусным, чтобы человеку хотелось открыть вашу рекламу и посмотреть, что же там такое интересное. Для этого можно использовать такие слова, как, например, «внимание», «это бомба», «это сенсация», «вау, такого еще не было никогда». Например, вы занимаетесь там бизнесом, похудением, вязанием крючком, да чем угодно. Какую бы я разместила рекламу? Ну, например, пишем текст. Это сенсация, восклицательный знак, пишу даже с большой буквы, чтобы прям в глаза бросалось людям. Там, похудела на 10 килограмм за месяц. Далее, пишем описание вашего предложения. Там, без диет и голодовок, но это я, к примеру, голодовок. Там, просто ешь и худей. Например, такое. Либо сейчас у нас скоро уже Новый год, и можно написать, например, похудей легко к Новому году. Все, текст мы написали. Он должен вам нравиться. Если бы вы, например, его увидели, чтобы вы тоже хотели по нему перейти. Сделал ошибку, похудей легко к Новому году. Дальше. Нажимаем «Продолжить». Нужно настроить стратегию показов. Выбрать максимальное количество показов баннера на одного пользователя. Как правило, для принятия решения зрителю достаточно увидеть информацию не более 5-7 раз. Ну, поставим, например, 5 раз. Выберите частоту показов баннера одному пользователю. Вот здесь рекомендуют показывать объявление одному и тому же зрителю не чаще, чем раз в 30 минут. Поставим раз в полчаса. Показывать баннер тем, кто уже перешел по нему. Ну, здесь пишут, что маловероятно, что пользователь повторно перейдет по баннеру, если недавно он это делал. Это уже решать вам, как вам угодно, да или нет. Я ставлю. Выберите скорость показа баннера. Чем выше скорость, тем, конечно, больше пользователей узнает о вашем предложении за единицу времени. Выберите длительность показа. Конечно, чем дольше демонстрируется баннер, тем выше вероятность, что люди заинтересуются и перейдут по вашей рекламе. Конечно, максимально ставить 60 секунд, либо 30, либо 15. Возьмем по максимуму. Нажимаем «Продолжить». Все, если баланс у вас пополнен, здесь вы вводите свою цифру и нажимаете «Старт». И я продолжу без запуска, просто для примера. Вот таким образом вы сможете у себя отслеживать вашу рекламу. Здесь вы будете видеть бюджет, сколько уже потрачено здесь, сколько показов получилось, сколько переходов было, сколько людей пришло по вашей рекламе, сколько уникальных пользователей заинтересовала ваша реклама. Здесь показатель кликабельности баннера и расход. Здесь можно остановить ротацию, либо начать. Здесь, если вдруг вы там ошиблись или нашли ошибку, или хотите поменять ссылку или что-то другое, текст вы здесь можете отредактировать. Здесь вы можете более подробно следить за статистикой или просто удалить. А здесь есть такая кнопочка «Предосмотр», и вы можете на нее нажать и посмотреть, как ваш баннер будет отображаться в вашем браузере. Ну, в принципе, и все. Я думаю, здесь нет ничего сложного. Главное – проявить немножко креатива, чтобы ваша реклама была интересной, привлекательной, и по ней хотелось переходить. Сейчас я включу камеру. Хочу вам напомнить, друзья, что наши вебинары будут проходить каждую пятницу в 20 часов по московскому времени, и вы можете приходить и дальше с нами обучаться и продвигаться. А сейчас, если у вас есть какие-то вопросы, мы втроем, Ирина, я и Борис, готовы на них с удовольствием ответить. Задавайте. Спасибо.
я тоже включила камеру, микрофон, если у вас есть вопросы. Звук при просмотре историй ВКонтакте есть. Начну с самого начала. Особо не вижу. Ну, вижу, что пишут, наблюдают за нами. Ну, все правильно, надо вести YouTube-канал. Я его веду с 2013 года. И люди наблюдают, и советую каждому это делать. И видео записывать как минимум один раз в 3 дня. Сейчас я стала делать так. Я веду стрим ВКонтакте, включаю еще Одноклассники, например, ставлю перед собой смартфон, ставлю перед собой планшет и убиваю сразу 2 зайцев, веду сразу с 2 аккаунтов. И потом все это скачиваю и загружаю к себе на YouTube. Там тоже целевая аудитория, которая меня смотрит. Пишите ваши вопросы. Если у вас вопросов нет, мы тогда будем заканчивать. Узнать о наших вебинарах вы можете там же, где вы узнали об этом вебинаре, но будет на разных каналах. То есть у нас 3 спикера, мы чередуемся. Вот в прошлый раз мы проводили на моем YouTube-канале, сейчас на канале Елены, и в следующую пятницу на канале Бориса. И так будем чередоваться. Вопросов я не вижу. Тогда будем заканчивать. Я прощаюсь. Удачи и до следующей пятницы. Всем спасибо за внимание, друзья. Пока-пока.